В Алматы проходит чемпионат города по футзалу среди любительских команд. В соревновании участвуют 32 коллектива. Футбольное противостояние объединило представителей различных компаний и организаций. Первенство мегаполиса проводится уже в 32-й раз. 32-й раз проводится розыгрыш Кубка города Алматы по футболу. И традиционно в ноябрь-декабрь. Вот сегодня заканчиваются игры группового этапа, определяются участники 1/8 финала, которые пройдут, игры пройдут завтра. Очень много в этом году новых команд, которые до этого не играли в футзал, у нас играли, ну, мини-футбол. Матчи обслуживают профессиональные судьи, а победители получат памятные призы и кубки. Турнир завершится 16 декабря. Бахаджан Рупиисов, Арсен Сандыбаев, спортивные новости, телеканал Алматы.